Всем привет, друзья, с вами Чилпер. Сегодня Mortal Kombat Mobile будет... Будем смотреть, сколько душ можно заработать, играя в Mortal Kombat Mobile, если играть во все прям. И в испытания полностью, режим заданий делать, и все всякие миссии. Извиняюсь, что давно не выходили ролики. Ну ладно, погнали. Спонсор этого ролика, Денис 100, ссылочка в описании. Пока. Итак, время у нас, давайте сейчас заскриншочу, 9.49, и у нас сейчас 2349 душ. Здесь первая, это неполученная награда за сборов, забираем, сразу 9 душ, нормально. Далее, тут вот у нас всякие миссии, давайте пойдем в войну фракцию. Поиграем немножко. И давайте сейчас поставлю вот это. Тебя и тебя. Буду играть чисто на этот. Разброс не будет. Не буду никакого снаряжения ставить. Просто вот так буду играть, как получится. Так, ладно. Давайте еще... Да вот зарубаемся. Раз, два. Impressive. Раз, два, три. Так, все. И все, мы собираем сразу просто халявно 4 задания сразу. Вот, да, 4 одного боя, еще плюс 90 тысяч кунаев. В принципе, норм. Все. Вот у нас теперь. Далее. 12 побед в испытании. Далее мы заходим. Там еще такой этот. Задание. 2 бронзовых пака открыть. Набор союза, как он раньше назывался. Не повезло. И далее раз. Сутки пак. Ищу его. И вот он. Давайте откроем его. Итак, золотинка Минджоники. Ладно, не повезло. Ну а далее победу испытания сделаю. Подключусь. Итак, друзья, заходим теперь в Mortal Kombat Mobile. Сейчас время у нас 11:16. Да, нормально. Прошло больше часа. Я не смог зайти в игру. Потому что... Бел. Ладно, давайте сейчас заходим в игру. Да, очень долго загрузка. Тут вот, ой, да, заходим в режим заданий. Нажимаем. И нажимаем. Продолжить. Очень хорошее время я выбрал для съемок, потому что Новый год сегодня. Ну, будет намного раз за полтора. Я буду еще плюс, наверное, душ 100 будет у меня. Ладно, давайте заходим и все. Забрали это баг такой. Ну все. На этом пока все. Итак, друзья, время 12:17. Давайте сейчас принимать режим заданий. Да, давайте. Монет ты нифига не получишь, потому что 100 монет всего лишь. Это вообще мало. Но зато душ нормально капает. Ну все, уже 2421 душа. В принципе, ну... Итак, время сейчас у нас 13:37. Уже день примерно, уже обед примерно. И вот. Нажимаем продолжить. И так, пару раз еще.
О, 13 душ. Два раза подряд. Неплохо. Ну и все. Так, друзья, я забыл, что отборы уже выполнились, да. И тут у нас целых 2, 6, 10. 17 душ плюс еще. Нормально. Вот, да. И тут еще вот сколько. Тут мы прошли. И давайте возьмем. Что тут у нас? Это чинка для какого снаряжения? Нет, кого? Нормально. Ну и вот, друзья, позже заберем. Окей. Вот пока что. Так, друзья, сейчас время у нас 14:39. Да, и давайте сейчас зайдем и возьмем задание. Я в крипту играл, как вы видите. Видели, может быть, кто-то видел. Кстати, за славу мы можем вроде бы алмазку получить, я не знаю, насколько это точно. Ладно, давайте посмотрим, может быть, души. Это будет круто, если души. Давай, давай, давай. Астелларистер, бэйби, yes! 2500 душ уже. Ну, пока все вот так вот, друзья. Друзья, друзья, блин, просто реально перед Новым годом остается очень мало времени. Реально, всех с наступающим Новым годом, ребята, блин. Желаю здоровья, счастья всем. Всех жму руку, обнимаю. Это реально очень мало времени осталось до Нового года. Давайте быстро. Заходим в Mortal Kombat. 18 минут, боже мой. Так, давайте. Блин, быстрее, быстрее. Все, ребят, пока все. Давайте всех с наступившим будет Новым годом. Счастья, здоровья, бабла, ну и всего прочего. Итак, друзья,
последний. Новый год уже наступил, поэтому в этом году хочется набить максимум 1000 подписчиков. Ребята, пожалуйста, постарайтесь. Желаю всем здоровья, счастья и здоровья, счастья всем. Желаю просто от души. Ладно, забираем последние уже награды и все. И мы где-то 400 душ в день смогли заработать. Вот так вот, только на режиме задания. Ну да, еще тут отборы немножко. Но там сколько вышло душ? Примерно плюс 30 душ. Но все равно мало, да. Короче, друзья, я потом перезайду. Это всем счастья, здоровья, бабла обязательно. Это, ну ладно. Вот такой вот ролик получился. Спасибо за лайк, за комментарий, за подписку. Всем удачи и всем!